Всем привет! С вами Viperman 150, и сегодня я буду продолжать играть в MindZ. Вот, в прошлый раз мы здесь остановились. Алмаз привлек твое внимание. Распределение инвентаря очень важно для твоего выживания. Многие вещи не стакаются. Ты не найдешь этих красивых вещей на сервере. Да мне как-то по. Ого! Многие болезни возникают после атак зомби. Вы можете будете вылечить, если выпить молока. Молоко является единственным лекарством. Понятно. Жемчужина Эры играет гранаты, кидая ее, может привести к большому взрыву. Будьте осторожнее, так как звук взрыва гранаты привлечет. Надо найти такую. Ой, фак, где я? О, я знаю это место. Прикольно, кстати, местечко. Надо бы найти этого. Точнее, короче, плевать, ребят, забейте. Я просто иду искать... Во-во-во, башенки-башенки. А, я не помню, в которой из них, по-моему... Короче, в одной из них есть вещи. Или в обоих из них есть вещи, я не помню. Аллилуйя. Главное, чтобы на самом деле игроков не было там. Потому что, не, на самом деле, все города, они как бы очень важные. В них можно во всех найти этих всякие ресурсы интересненькие. Очень не-не-не. Не-не-не-не. Фак. Ну и хер ли ты сделал, долбак херов. Извиняюсь за выражение. Так, нам сюда. К сожалению, паутину нельзя ломать, но я знаю баг с ней. Ха-ха. Так, поднимаемся по лесенке. Живо мы идем туда-сюда. Нужно мне найти какую-нибудь. Хе-х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 рень. Выкину отсюда я вот это. Нафиг оно мне сдалось вообще. Меч оставлю я себе конкретно. И вот это все скину туда. Таптара. И вот это вся броня не нужна, я полетит. Ну а я туда не долечу. Чё? Хотя почему не долечу? Обупенно. Правда, я собрал все вещи, которые скинул. Практически. И это хорошо. Так, главное, чтобы меня не согнали вон оттуда. Потому что вот в этом городе я ни разу не был, но, видимо, он какой-то более-менее интересный. Не, я как бы сюда добегал, то есть, в первой серии. Но меня здесь сразу же вынесли двое ублюдков. Ну, точнее, выносил один, а другой просто смотрел и ржал. У обоих были, блин, вещи очень хорошие. Так, пока я водички, надо набрать две скляночки с водой. Кто-то есть там наверху. А, вон он, пидор. Пидорас ебучий. Надо найти место. Я нашел место. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А пена просто... Опа! Если смогу его вынести, будет очень хорошо. Чё? Он же был здесь. Я видел ник игрока. Чё за наёб? Фака. О. Я так и знал, что ты здесь, говнюк сраный. Ну я... Ну не задолбали, неужели нельзя быть няшами? Что? Вон там, если я соберу в этом маяке полезные вещи, я смогу... Фига мне пропёрло.
То есть ни хрена нет, а он там урод какой-то бегает. Окей, я считаю, что надо. Вон того урода надо будет в будущем убить. А пока, по идее, в этом месте должен спавниться вот в этом месте сундучок. Поэтому я его подожду. Подожду. А не волнуйся, дорогой, я подожду сундук. И, наверное, в следующей серии я постараюсь как-никак поставить грёбаную мини-карту. О, вон там пидор спавнился, там уже где я. Сейчас мы проверим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да-да-да-да-да-да. Вон он, этот ушлёпок. Он как бы меня не видит, скорее всего. Ха, ловь. Ладно, я ж не должен просто стоять на месте и хренью страдать. Опа. А это совсем неожиданный поворот. Я знаю, где находится такая фигня, но я не ожидал, что именно здесь. Хорошее, на самом деле, вот это место, оно как бы очень-очень-очень неплохое. И это хорошо. Так, надо найти как можно быстрее вещи. Полезные, блин, вещи. Пока меня, во-первых, не обнаружили. Нормально. Идет дело же. Когда захочется. Фу-фу-фу-фу-фу, там мясо, 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 мясо. Не хочу я в мясо, вот сюда. Опа-опа-опа-опа-опа. Хуй-хуй-хуй-хуй-плёты. Полная пи-пи-пи-пи-пизда. Надо спрятаться, вот да-да-да. Скорее всего, на меня объявили охоту, по ходу дела. И вот тот игрок может меня выебать. Если, блядь, захочет. И он, скорее всего, именно это и сделает. Фак, я же здесь был. О. Круто. Скорее всего, здесь кто-то это именно оставил, но... все равно нормалёк. Надо быть поосторожнее. Поосторожнее с этими местными ушлепками. Я считаю, что мельница это очень неплохой вариант. Можете называть меня как хотите, но это выживание. Молочко, это хорошо. Только, по-моему, в мельнице должно быть, наверное, какая-нибудь еда. Так, это мы все знаем. Я считаю, вот здесь что-то может быть хорошее. А, House of Tag. Нет. Фак. Фак. Стоп, это не то место, с которого я пришел. Мне нужны только бинты. Только бинты и только хардкор, ёба. Лук, 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 это тоже хорошо. Лук, я взял лук. Лук, лук. Ой, у меня есть каменный меч, оказывается. Это совсем неожиданный поворот для меня. А, фак, надо чем-то найти и сложить туда гребаные вещи. А, все, у меня еда кончается. Это очень нехо... О, да. Вовремя, очень вовремя. Я не знаю, как они туда попали, но всем пофиг. Как они туда попали? Я ж прав, ребят. Или вы все-таки хотите узнать, как они туда попали? Тупой бинт. Все нормально, нормально. Выдержать сможем, пока еда не кончится. Поэтому надо побыстрее найти какие-нибудь оружие более-менее хорошее. Тихо. Есть, есть, отлично, отлично, просто отлично.
И берем две эти. Yes. Я буду грозой этого места, пока у меня не кончится жрачка. Ладно, пойдемте в мельницу, проверим, отрегенился ли там сундук. Ну-ка. О! Тупая шляпа. Бесполезная. Вот она и мельница. Надеюсь, там и сундук отрегенился, и там будет еда. Тупая вода. Так, надо выкинуть несколько грибочков. Я все-таки не наркоман какой-нибудь. Один меч вот такой самый прочно оставить, водички выпить и пойти дальше. Не, но ну без еды мне, конечно, кирдык стопроцентный придет. Спасибо, чувак, ты меня выкинул. Ох ты, пидор, как ты здесь оказался, говнюк сраный, ебаная хрень. Пидоры. Ну ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И всем пока.